Хабаровские следователи проверяют обстоятельства гибели двухмесячной девочки, которую мать оставила под присмотром подруги. Трагедия произошла в частном доме в Краснофлотском районе. Туда 27-летняя мать вместе с ребенком приехала в гости к своей знакомой. Женщине нужно было ненадолго отлучиться. В этот день в институте у нее был экзамен. Присмотреть за дочерью она попросила хозяйку дома, тоже мать годовалого ребенка. Пока хабаровчанка отсутствовала, нянька положила ребенка в коляску и вынесла спать на свежий воздух. Женщина периодически выходила проверять, все ли в порядке. Выйдя в очередной раз, она обнаружила, что коляска съехала с деревянного помоста, накренилась. Ребенок находился в коляске под наклоном и не подавал признаков жизни. Женщина занесла малышку в дом и попыталась реанимировать, сделав искусственное дыхание. Все оказалось тщетно. Не смогли помочь и приехавшие врачи скорой помощи. Медики вынуждены были констатировать смерть грудничка. Посмертное исследование показало, что девочка скончалась из-за асфиксии. Дыхательные пути были забиты пищевыми массами. Известно, что семья, потерявшая ребенка, была на хорошем счету. На учете в полиции и органах опеки она не состояла. Пока ЧП рассматривается как несчастный случай. С места происшествия Валентин Борозняк и Александр Шумихин.